Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры и тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Одновременно означает и преданность, доброжелательность, религиозность. Эти люди умеют организовать других людей. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Буква «не» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Буква «Я» в этом имени означает чувство собственного достоинства, желание добиться уважения и любви окружения и способность их получить. Однако уступчивый зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Вне зависимости от профессии, умение чувствовать другого человека и правильно реагировать на его поведение является еще одним качеством, позволяющим людям добиться успеха в жизни. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Буква «Т» дает человеку настырность. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Главные качества личности – богатый внутренний мир, стремление к знаниям, основательность, любопытство и мечтательность. Люди с буквой «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. «И» – значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Букве «А» свойственна сила и лидерство для этого имени. Чаще всего обладатели этого имени отличаются высоким интеллектом, склонностью к анализу и философии. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.